Мэри, ты на съемке уже? Я только еду к себе в магазин, я очень хочу есть, я даже не завтракала еще. Теперь осталось сходить на загарчик, и я буду красавица. Ты такая бледная, ужас. Как настроение? Да не знаю. Ты уже поехала на съемку? Я так хотела поесть устриц, но я забыла, у меня же сегодня опять капельница. Не, я не поеду, у меня нет времени, я не успею, мне нужно поехать в магазин свой заехать, вот. А потом позагорать и на капельницу, они же работают до 9. Сейчас пробка, я уже встала в пробку, мне только до магазина сейчас ехать час. По-моему, время увеличивается только. Привет, привет, привет. То есть сегодня тоже я сейчас вышла душно на улицу, потому что у нас такая пасмурная погода, сегодня был дождик. Мэри, я теперь знаю, куда мы будем ходить делать ресницы. Посмотри, мне сделали как в Питере. Ой, не расстраивайтесь, я тоже расстроилась и вчера прям... Сегодня, знаете, во сколько я проснулась? В 5 утра. У меня так болело сердце и душа. Ой. До метро, я не езжу на метро. На ангела нет. Как вам мои новые кудри? Ну, с ресницами другой человек. Ну что же вы говорили? Без ресниц, конечно, я тоже не урод, но все-таки ресницы другое дело, я бы сказала. А где в Питере делают хорошо ресницы? Понча или пинча, я не помню, как называется, если честно. Все тут я главное знаю в Москве, где делают хорошо, причем мне сделали за 2 часа. И это потому что у меня еще не было ресниц половина. Все в дырках было, она была в шоке, конечно. Так, привет. Метро для бомжей, что ли? Я такое сказала. Ну вот меня вот бесит тупорылые комментаторы. Я на метро не езжу. Вы можете ездить на чем угодно. Многие ездят на метро, у кого есть бабки. Ставят свои машины и спускаются, ездят. Может, еще раз повторяла, я не поеду, там мне плохо становится. Я социопат, для меня это мыло. Я не могу, меня тошнить начинает, мне плохо становится. В замкнутом пространстве. И скопление много людей. Так я вам объяснила понятливее. Ну, здесь между ресницами дырки у меня, да, все в дырках. Глаза, это просто ужас. Как обстоит личная жизнь? Глаза постояла никак. Отдираю ресницы. У меня Эльки. Привет, привет, привет. У меня тоже паника какая-то, когда в закрытом пространстве много людей. Да, кто-то меня понимает. Мне плохо становится. Я не люблю в автобусах ездить, ха-ха-ха. Сейчас, подождите, сейчас я еще на загарчик съезжу. Но я живу одна. Дырки из наращивания, да, плохо нарастили, вот из-за этого дырки, да. Ура, ты зашла, мне интересно, кто там про меня что говорит. У меня просто некоторая личность даже не интересна. Про меня никогда так не говорили. Не говорили ни на проекте, нигде. Вот как раз таки. Это сейчас мы с девчонками обсуждали, они Донбасс смотрят. А вот. Типа про всех говорят. Я говорю, нет, про меня не говорили. Про африканцев не говорили, ни про кого не говорят. Про нормальных никого и не говорят. Привет, привет, привет. Директ, отвечаешь не всем. Раз по наращиванию можно сразу забирать? В солярий нельзя. Я же иду на экозагар к своей подружечке, еду Светочке. Вы же не... Просто не помните, мне же нельзя загорать лицом. У меня же процедуры всякие. Цвет волос хочу ли изменить? Нет, пока что не хочу. Скучала. Спасибо, моя хорошая.
А я вчера не выходила вообще? Нет, не выходила. Точно, не выходила. Все зависло, да? Да, все стоит. Я тут еще хочу. Нет, я не хочу туда возвращаться. Зачем мне это надо? Почему виснет? Здесь связь плохая, 3G. Сочи, привет. Пачкает одежду, но он смывается. Веснички все-таки очень меняют, правда? Нет, такого же мнения. Ты знаешь? Сразу можно и не накрашенной ходить. Но мне нельзя, потому что я сейчас буду загорать. Короче, сделала. Да нет, такие же. Так, привет Кыргызстана. Ты злопамятная? Просто память хорошая у меня. Да нет, я не злопамятная. Я вообще, мне кажется, я прощаю. Рада видеть. Спасибо большое. Мне кажется, у меня волосы тоже пожелтели, не такие беленькие. Меня сегодня повеселили, скидывали мне сегодня сторис Алёша. Спасибо, больной эта женщина. Я бы говорю, точно что-то делала на меня, потом такая худая была. Ой, я прошла. Правильно, Светлана, нечего его смотреть. Да, сейчас тоже разговаривала, говорят, что не очень. Да хотя всегда говорят, всегда бывали периоды, помните, когда очень скучно, нечего смотреть, а потом смотришь, класс. Так Кромина ушла с проекта, вы у нее спросите, она этим занимается или нет. Она же говорит, что все, кто уходит, занимаются. Я не знаю, мы не были заподозрены за этим делом никогда. Ни на проекте, ни после проекта. Тем более, я была вообще в браке. Как бы не расставался со своим мужем, поэтому это очень смешно. Может, какие-то дамы, конечно, занимались, но я, по крайней мере, ни одну не знаю. Видимо, не общаюсь с эскортницами. Ей виднее. Я, да, отходчивая очень. Я так жрать хочу, что сейчас вообще с вами разговариваю, я думаю уже о какой-нибудь котлетке. Очень хотела устрицы поесть, но, видимо... Не, как кудри делаешь? Кудри как делаешь? Я же сегодня написала, мне сегодня накручивали на плойку конусную. Прикольно. Я такая опухшая после вчерашних слез. Фу, меня тошнит уже. Даже не завтракала, чтобы понимали, не успела. Че, вообще виснет? Да, виснет жутко. Сейчас мы выйдем с этого говна. Абсолютная пробка. Слушайте, вам реально интересно, кто занимается эскортом? Мне, например, неинтересно. У меня и вообще, в принципе, кто с кем трахается, никогда не интересовало. Мне кажется, только одноклеточник может интересовать людей. Это, в принципе. Нет? Нет, иногда интереснее, конечно, узнать, когда там твоя подружка с кем-то, чипыхта, с твоих знакомых. Но то, что вы задаете на него упрек ему, то, что «О, как ты могла, подруга моя!» Ла-ла-ла-ла. Я не занимаюсь, а надо. Я не занимаюсь. Вот так вот в центре едешь, а в центре нет связи. Беременна, что виснет так же. Я не плакала в эфире. Накипела, знаете. Челябинск, привет. Ну что, лучше ловит? Вернулись ко мне? Возвращайтесь, возвращайтесь.